Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 511 упражнение. Необходимо прочитать выразительное стихотворение Дудина, определить, к чему призывает автор, списать, расставляя пропущенные знаки препинания, определить, какие пунктуационные правила вы применяли, чтобы обосновать их постановку. Давайте выполним задание. Пусть жизнь ликует на земле, пока земля жива. Земля — твой мир, твой отчий дом, твоя любовь и дети. Храни ее своим трудом и песни на рассвете. Автор призывает хранить нашу любимую землю. И давайте с вами вспомним пункционные правила. Однородные члены предложения, запятые в сложном предложении. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.